Здравствуйте. В эфире телеканала «Жетусу Новости». В студии работает Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Открытый диалог. Аким Алматинской области ответил на волнующие вопросы журналистов и блогеров. Нарушители к ответу. Дисциплинарные взыскания получили трое представителей госслужбы. Железные птицы. В Талгарском районе прошли первые республиканские соревнования по дрон-рейсингу. Ежегодно в последнем квартале на базе Центральной службы коммуникации акимы регионов дают пресс-конференции по территориальному развитию в рамках послания президента РК. Сегодня представители СМИ, интернет-ресурсов и блогеры узнали о социально-экономическом развитии Алматинской области. В отведенные 80 минут Амадыку Баталову в онлайн-режиме было задано порядка 20 вопросов. По традиции, предваряя вопросы журналистов, аким области вкратце отчитался о работе, проведенной в регионе за истекшие 9 месяцев. Так, несмотря на пандемию, регион завершает год в плюсе, обеспечив рост промышленности, продуктивности сельского хозяйства, жилищного строительства, привлечения инвестиций. Почти 438 миллиардов тенге составила сумма привлеченного в регион капитала. Выражается он в 517 проектах общей стоимостью свыше 5 триллионов тенге и созданием 45 тысяч рабочих мест. 71 проект – план реализации этого года. Поэтапно из аграрного регион переходит в аграрно-индустриальный сектор. Доказательством тому стало увеличение и количеством, и мощностей перерабатывающих предприятий. Создано 82 молочно-товарные фермы, а до 2025 года в переработке сельхозпродукции, в том числе мяса, будет реализовано 25 проектов. Есть поручение главы государства о том, чтобы мы сырье, например, даже пшеницу или другие вещи без переработки за границу не экспортировали. Объем перерабатывающей промышленности в области составляет 87%. И это не предел, мы дальше над этим работаем и привлекаем инвестиции, работаем не только с местными и зарубежными. 4 с лишним миллиона голов у нас овец есть, мелкого рогатого скота, но нет переработки. И вот по поручению главы государства мы в Илийском районе создаем хорошее такое предприятие по переработке мелкого рогатого скота для того, чтобы его продукцию мы могли экспортировать. Арабские страны очень ждут нашего вот именно нашей мясной продукции, потому что и вкусовые качества все гораздо выше, чем другие. Кроме того, по крупнорогатому скоту мы работаем с американской компанией Tyson. Сейчас мы с ними прорабатываем вопрос обеспечения земли, вопрос обеспечения кормовой базы, а потом уже переработка. И это все, если реализуется, то будет именно исполнение тех поручений, которые в своем послании сказал глава государства. В процессе диалога вопрос-ответ журналисты смогли задать самые волнующие и самоактуальные вопросы. В их числе строительство дорог, как внутреннего, так и туристического значения, обеспеченность сельских территорий интернетом. В регионе на сегодня зона покрытия обеспечена полностью, но из-за массового использования общей сети в часы активности заметно снижается скорость соединения. К 15 ноября вопрос решится, заверил Амандык Баталов. Журналистов интересует, как дальше будет развиваться глобальный проект G4City и не просто ли зарыли деньги в землю. Давталиев Даньяр, международное информационное агентство «Казинформ», направил свой вопрос касательно проекта G4City. Он спрашивает, как идет развитие проекта города Гейт-Сити, как на нем отразилась пандемия коронавирусной инфекции. Мы туда в свое время с помощью правительства заложили где-то около 34 миллиардов тенге, это на инженерные сети, там водоснабжение, электроснабжение, дороги, очистные сооружения. Полностью готов этот проект, утвердили его генеральный план развития, проект детальной планировки, были изменения, но все время вопрос стоял по инициатору проекта, по привлечению инвесторов, чтобы вначале начать именно со строительства жилья. Этот вопрос долго не решался. На сегодняшний день мы уже... Вот инициатор проекта вместе с нами ведет переговоры с сингапурской компанией, это более реально. Они свои некоторые требования предъявили, в соответствии с этим мы изменения провели в генплан. Сейчас вот их предложенный проект, где-то в первую очередь 38, кажется, тысяч квадратных метров жилья. Если вот это все получит
положительное заключение, то, я думаю, в начале следующего года приступим к реализации данного проекта. И, наконец-то, он сдвинется с мертвой точки. Обеспеченность компьютерами для дистанционного обучения школьников также один из самых задаваемых представителям власти вопросов. В Алматинской области этот показатель порядка 80%. Однако осень не только школьная пора, но и ожидаемая вторая волна всплеска коронавирусной инфекции. Мир уже ощутил на себе ее влияние. Корреспонденты агентства «Хабар» интересуют, насколько область готова к ситуации и учтены ли ошибки, имевшие место по всей стране в период первой волны. Добрый день, Аманды Габасович. У меня вот такой вопрос. Вот пандемия обнажила недостатки нашей медицинской системы. Вот сейчас готовимся к возможной второй волне коронавируса. Как вы уточнили, почти 9 миллиардов было выделено на эти цели. Вот подскажите, какие ошибки были учтены при подготовке и насколько обновлена была материально-техническая база региона? Мы в первую очередь по поручению главы государства начали заново ко второй волне, когда начали это, материально-техническую базу оснащать. Построили новую больницу за счет дорожной карты бизнеса на 200 коек, там 400 с лишним персонал, для того, чтобы они в Талдыкурган, вы знаете, Талдыкурган не огромный город, для того, чтобы они комфортно жили, мы для них закупили еще жилье, еще до конца года 47 коттеджей мы им дадим, и плюс на следующий год 60 квартир именно для медиков в Талдыкургане построим. ИВЛы больше, чем 1000 штук. Мы 12 больниц оснастили кислородом. Раньше всего 2 больницы в области было. Вот, там, где коечный фонд был обеспечен кислородом. Самая главная задача, конечно, вот в этом своевременно выявлять. И у нас есть центр компьютерный. Мы вместе с ГЧП сделали в Талдыкургане на базе многопрофильной больницы ранняя выявляемость коронавируса. До этого мы через вот очень умные, толковые ребята к нам пришли, мы выявляли рак. Сейчас мы его применяем при выявлении именно ковидной пневмонии. Теперь еще я что хочу сказать. Кроме этого, мы выделили деньги и имеем 3-месячный запас средств индивидуальной защиты. Кроме этого, мы имеем 2-месячный запас лекарств. Вот именно необходимый запас лекарств для того, чтобы людям оказывать помощь, чтобы в аптеках не было дефицита. Наряду с защитой здоровья населения идет и обеспечение комфорта в быту. Наиболее глобальным проектом является обеспечение газом. 15 регионов области уже газифицированы. И разрабатывается проект строительства магистрального газопровода в направлении Ушарала и Нарынкола. В следующем году приступим к выполнению, заверил глава региона. Вместе с тем, поэтапно в области реализуется программа обеспечения центральным теплом целых микрорайонов, некогда оставшихся бесхозными. Благодаря строительству блочно-модульных котельных в Талгарском районе таким образом удалось обеспечить комфортными условиями 142 многоэтажки или около 4500 квартир. Аналогичная работа ведется в Карасайском районе и на следующий год начнется в Инбекши-Казахском. Предметом обсуждения стало и строительство объездной дороги на станции Шамалган, переработка бытовых отходов, обеспеченность поливной водой крестьянских хозяйств и многие другие. Интересует вопрос касательно Капчыкайского водохранилища. Руководитель Каспийжилысу Арнасы сообщал о вероятности введения режима ЧС из-за дефицита воды. Скажите, пожалуйста, в курсе ли вы этой проблемы? Какие меры предпринимаются, чтобы избежать нехватки воды? Жаловались ли вам представители сельскохозяйственной отрасли на дефицит воды? Конечно, в курсе. Притока не было с гор. Ледники не таяли, ночи были холодные. Я сам специально на вертолете летал, смотрел эти моренные озера. Вот, притока не было в реках. Это точно такая ситуация была и на реке Или. Объем воды, сток, мы его называем, сток, в среднем в водные годы там доходили до 1000 кубометров. Так 500-350 тысячи кубов в секунду. В этом году там было 130-150 кубометров в секунду. И мы перешли вместе с Капчыгайским этим ГЭСом на ручной режим. В некоторые хозяйства мы помогали давали экскаваторы, чтобы прорыть траншеи, подвести туда воду и оттуда, чтобы воду можно было насосами второго подъема довести до поливных земель. Именно где свеклу мы сеем, это река Каратал, река Коксу, река Лепсе, река Тентек,
Там тоже эти же проблемы были, и мы делали очереди по поливу. Были хозяйства, которые пострадали, конечно, но не в такой мере. А то, что Капчагай сам, у него объем воды составляет накопление 19 миллиардов кубов, у него где-то объем снизился до 16 с лишним, но это не критичный объем, это объем. Поэтому этот год, я думаю, и следующей весной накопление опять произойдет, и все будет нормально. В течение полутора часа аким Алматинской области давал развернутые исчерпывающие ответы на вопросы, заданные корреспондентами онлайн и отправленные в СЦК письменно. Впрочем, задавать интересующие их вопросы представители СМИ могут и в любое другое время. Для этого у акима Алматинской области есть активные паблики в социальных сетях, куда с начала года поступило порядка 3 миллионов обращений. Назгуль Бошан, Ренат Утеев, телеканал ЖТСУ при поддержке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. На 12 объектах культуры Алматинской области проведут капитальный ремонт. Реконструкция стала возможной благодаря госпрограмме «Дорожная карта занятости». Для этих целей выделено 4 миллиарда 210 миллионов тенге. Еще на 27 объектах до конца года проведут текущий ремонт. Всего в Алматинской области 558 учреждений культуры. Их состояние обсудили сегодня на заседании регионального совета Мирас при партии Нур-Отан. За качеством проводимых ремонтных работ следят представители партии большинства, отметили на собрании. Мы занимаемся вопросами развития сферы культуры и творчества. Раз в квартал проводим подобное заседание. Из-за коронавируса провели собрание в онлайн-формате. Мы должны особое внимание уделять библиотекам в отдаленных населенных пунктах области. У них устарела материально-техническая база. В отдельных случаях требуется провести ремонт здания. Подобные вопросы мы будем поднимать на более высоком уровне. Молодежь – двигатель будущего. Одна из ключевых ролей в воспитании и успешном развитии молодого поколения – играет культура. Этой отрасли уделяется особое внимание, а для эффективного досуга в регионе действует 558 учреждений культуры. Вопросы реализации культурной политики сегодня обсудили в Алматинском областном филиале партии Нур-Отан. Встреча представителей творчества с молодым поколением ЖТСУ прошла в онлайн-формате. Участники обсудили возможности, созданные в области для самореализации молодых людей, а также важность сохранения культурного наследия. В ходе онлайн-встречи выступил молодой поэт Бибарыс Султан Омырбай и обладатель звания «Лучший журналист» Маулен Унербаев. Не секрет, что именно культура имеет большое влияние на местное население, особенно молодежь. В онлайн-встрече приняли участие порядка 50 человек, среди которых известные творческие деятели, писатели и журналисты. Нашей главной задачей остается способствовать духовно-нравственному развитию молодежи, воспитанию в духе любви к родине, ее прошлому и традициям. 3 госслужащих Алматинской области привлекли к дисциплинарной ответственности на заседании Совета по этике агентства РК. Предупреждение о неполном служебном соответствии получил руководитель отдела автомобильных дорог из Кельдинского района Елиздер Серикпаев. Прокуроры в его деятельности выявили проступки, дискредитирующие государственную службу. К ответственности был привлечен и заместитель руководителя департамента экологии по Алматинской области Данияр Курманбеков. За незаконные действия в работе ему был вынесен строгий выговор. К такому же дисциплинарному наказанию привлечена и руководитель отдела образования Илийского района Лязат Каткеева, нарушившая нормы проведения госзакупок. Все государственные служащие, которые получали дисциплинарное взыскание на сегодняшний день, в течение 6 месяцев они не смогут принимать участие в конкурсных процедурах на занятие другой должности. То есть это своего рода ограничение, которое предусмотрено в настоящее время действующим законодательством. Специальной комиссии проводится анализ работы госслужащих за 9 месяцев нынешнего года. Так, антилидерами по неоднократным нарушениям служебных обязанностей оказались госслужащие Талгарского, Панфиловского и Енбекши Казахского районов. Как сообщают в агентстве по делам государственной службы, наиболее частыми причинами для дисциплинарных взысканий являются нарушения исполнительской дисциплины, этических норм, а также проступки, дискредитирующие государственную службу. Только в Панфиловском районе из 192 сотрудников государственной службы
государственной службы 104 привлекались к дисциплинарной ответственности. Аналогичная ситуация и в Талгарском районе. Анализ диспрактики показал увеличение привлеченных к ответственности на 27%. Тройку отрицательных показателей замыкает Енбекши-Казахский район – 24% правонарушителей. Анализ диспрактики показал, что наибольшее количество государственных служащих – это 91% от общего количества привлеченных – привлекается к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных функциональных обязанностей. Вот, допустим, если всего количество привлеченных 1041 государственных служащих, из них 942 государственных служащих привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе. Межведомственная комиссия приняла ряд решений. Иностранцы, имеющие вид на жительство в нашей стране, члены их семей, а также иностранцы, являющиеся членами семей граждан Казахстана, могут пересекать государственную границу не более одного раза в 90 суток, хотя ранее этот срок составлял до 30 суток. Также с сегодняшнего дня по 1 мая следующего года приостановлен безвизовый режим для граждан 57 стран. Приостановлено и 72-часовое безвизовое пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из Китая и Индии. Отметим, с начала пандемии приграничная зона Харгос полностью закрыта для посещения и проезда. Согласно постановлению правительства, с 9 ноября сокращается количество международных авиарейсов с Турции с 33 до 20 в неделю. Полет нормальный. Необычное состязание состоялось в Талгарском районе. В местности Ой-Карагай впервые прошли республиканские соревнования по дрон-рейсингу. Помериться техническими способностями беспилотных летательных аппаратов собрались более 30 участников с разных уголков страны. Небосвод ущелья Ой-Карагай, как в фантастических фильмах. Летают десятки беспилотников и стоит гул, как от огромного пчелиного роя. Объяснение одно – здесь состоялись первые республиканские соревнования по дрон-рейсингу, организованные внутренней политикой Алматинской области и проектным офисом Рухани Жангру. Таким образом, мы будем продвигать мастерство обращения летательными аппаратами, повышать их профессионализм за счет обмена опытов. Это повлияет на повышение квалификации молодежи нашего Жетысуского края, края в области информационных и цифровых технологий, повышение цифровой грамотности, а также развитие внутреннего туризма сакральных мест в Алматинской области. Состязания прошли отдельно среди новичков, любителей и профессионалов. Трасса полна различных препятствий и крутых поворотов, где нужно проявлять максимальную бдительность и высокое мастерство, так как мельчайшая ошибка может привести к аварии в воздухе и поломке беспилотников. Ведь современные дроны могут разгоняться до 150 км в час. Турнир прошел на высоком уровне. Спасибо организаторам за проведение мероприятия. Надеюсь и в дальнейшем участвовать в подобных соревнованиях. Заниматься дрон-рестлингом – мое хобби. Я постоянно оттачиваю свои навыки, изучаю зарубежных профессионалов. И вот, благодаря накопленным знаниям и опыту, мне удалось занять первое место. Все победители и призеры награждены ценными подарками и грамотами. В следующем году организаторы намерены провести подобное состязание на международном уровне. Еламан Раймбеков, Курманжан Касымжанұлы, Аманжол Жункешев, телеканал Жетысу. Нести службу сотрудникам военной полиции Капшагайского гарнизона помогают собаки. С их помощью удалось выявить 7 правонарушений, среди которых незаконное хранение наркотических и взрывчатых средств. Помимо этого, четвероногие друзья помогают военнослужащим выполнять тактические задания. Подробнее в следующем материале. Таким образом, военнослужащими кинологической службы отдела военной полиции гарнизона предотвращается действие диверсионно-разведывательных групп условного противника. Основное направление работы кинологов – практическое применение служебных собак. Наша служба в основном проводит профилактические мероприятия в воинских частях по выявлению наркотических, взрывчатых, а также боеприпасов. В настоящее время в питомнике имеется 5 служебных собак. У каждого из них свое направление, то есть наркоразыскной, минно-разыскной, разыскные собаки, а также патрульно-разыскные и караульные собаки.
Благодаря служебным собакам сотрудникам отдела военной полиции удалось выявить 7 правонарушений, среди которых незаконное хранение наркотических средств и взрывчатых веществ. Основные породы собак, которые состоят на службе, немецкая, бельгийская овчарка и лабрадор. Эти четвероногие хорошо поддаются дрессировке и наиболее адаптированы к погодным условиям. Каждый день инструкторы и их четвероногие сослуживцы по распорядку дня проводят различные виды занятий. Мы воспитываем с 2-3 месячных щенков и по их характеру определяем их дальнейшее направление деятельности. В жизни деятельности питомника входит уход, содержание, кормление и воспитание. У каждого кинолога закрепленная служебная собака. Срок службы каждой служебной собаки 8 лет. Кинологическая служба Капчагайского гарнизона ежегодно принимает активное участие в различных международных учениях в масштабе вооруженных сил. Не раз дрессировщики вместе со своими четвероногими занимали призовые места в международном конкурсе «Верный друг». Привлекали служебные собаки к обеспечению правопорядка во время проведения международных выставок «Кодекс» и «Экспо» и Всемирной универсиады в Алматы. Ануар Амангельдинов при содействии пресс-службы Капчагайского гарнизона Министерства обороны РК. В нынешнем году прогрессивное казахстанское общество отмечает 750-летний юбилей со дня образования Алтын-Орды. В Талдыкургане к этой дате приурочена международная научно-практическая конференция, которая прошла в стенах Жетысусского университета имени Ильяса Жансугурова. Из-за текущей ситуации мероприятие прошло в режиме реального времени, но даже в новом формате более 100 зрителей узнали много нового. В ходе встречи именитые казахстанские ученые, историки и краеведы поделились своими научными изысканиями на тему Алтын-Орда – исток казахской государственности. Кроме того, были обсуждены вопросы, касающиеся педагогического образования, юриспруденции, а также экономического развития современного общества. Отметим, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность празднования 750-летия Золотой Орды и ее историческую значимость для Казахстана. 1269 году прошел большой Курултай на реке Талас в нынешней Жамбылской области. Именно в тот год была официально подтверждена независимость Золотой Орды. Вот почему мы берем эту дату. Праздник начался в прошлом году. В этом году мы подводим итоги. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания.